друзья, Игромир 2018 года – это второе крупное мероприятие в моей жизни. Первым был все тот же Игромир, но в позапрошлом году. Довольно любопытно посещать выставку снова, однако, к сожалению, никаких стендов по древним свиткам там не находилось. Лишь машина из Fallout, ведь новая игра уже на подходе. Сама машина, кстати, очень красивая. Думаю, многие бы, наверное, и себе захотели такую. Я же, в свою очередь, уже второй раз лицезрею огромнейший стенд с гордой надписью Assassin's Creed, который заполонил чуть ли не четверть пространства. Грустно видеть, что некогда величайшая серия игр превратилась в обыкновенный конвейер по выкачке денег, которых, к слову, у них действительно навалом. А я помню еще времена, когда играла в первую часть и ждала вторую не меньше, чем сейчас новые свитки. Но несмотря на все это, народу было много, и вокруг царила действительно теплая и приятная атмосфера. Ведь именно здесь каждый год собирается так много людей, объединенных общими интересами, которые в той или иной степени очень творческие личности, и все это буйство фантазии воплощается в неповторимый образ тех или иных героев из наших любимых книг, игр, аниме и сериалов. Все вокруг находились в отличном настроении, незнакомые люди обнимались и общались, словно были старыми друзьями. На такого рода мероприятиях чувствуется что-то поистине искреннее и душевное, тебя окружает так много разных людей, но в тот же момент у вас довольно много общего. Я была очень счастлива увидеться со своими зрителями, приятно видеть ваши улыбки и поддержку, среди моей аудитории оказалось очень много.